театральные площадки в аудиоформат. Спектакль театра имени Янки Купалы теперь зазвучит на радиоволнах на канале «Культура». «Черная панания свежа» – постановка «Старожил» на академических подмостках уже 19 лет, но, несмотря на свой сценический возраст, по сей день собирает абсолютные аншлаги. Премьера аудиоспектакля запланирована на июнь, а пока о создании постановок радиотеатра расскажет Ольга Медведь. Плакать. Ясная панна. Радиотеатр за адресом частота 102,9 у Минску. Канал «Культура» отражая традицию аудиоспектакля. У репертуары дударовская «Черная панна свежа». Створается докладно по театральным оригинале. Перед радиопостановкой творчая группа проглядела ранние записи мистичной легенды, как перенести с пляцовки не только текст голосами актеров, а навод индивидуальные гуки. На академичную сцену «Черная панна» вышла у 2000-м. Легендарный мастацкий керавник и головный режиссер Купаловского Валерий Раевский увасобил пьесу Алексея Дударова, який навод присутничал на репетициях. Для адаптации твора под гучание у FM-диапазоне знову звернулись до автора. Махчима у радиоспектакле драматург выконая еще и роль оповядальника. За автором пьесы мы працуем таким чином, что он додает певные ремарки и тлумачення. И он, вот именно как драматург, прописывает вот эти связки, сцепки помеж сценами. Когда на сцене створяются певные образы, то у радиоспектакля это будут некие мовные, мауленшие вот эти сцепки. И именно над этим и працует Алексей Януфрович. Спектакль про трагичное кохание белорусской магнатки Барбары Радзівіл и польского короля Жигемонда 2 августа – для радиотеатра обрали одразу. Самая дорогая у свой час постановка за фиш усяго театрального осяродя нашей краины с першага и по сегодняшний день сбирая аншлаги, а после премьеры у эфиры канала «Культура» пополнить еще и золотый фонд радио. Тут працуе некий такой секрет, тайна, якой мы не ведаем. Чому этому спектаклю 18-19 год никто не ведает. И он вельми популярный, это правда. И он идея, мне кажется, 3-4 раза на месяц. На пляцовце Купаловского актер Павел Островух выконывая роль у короля Жигемонта 2 августа уже амаль 5 годов. Але у гукозаписной студии Дома радио артист працуе упершиню. Это іншая кухня такая. Вось, потому что мне подается, что тут, ну, как мне подается, и у кино, треба от нуля до сотни одразу, вот, вскочить и все, то и градус там давать. А все ж таки у театра, когда ты на сцене, все ж таки ты, до этого момента ты приходишь. Если там зоны молчания, которые можно отыграть совершенно как-то пластика, глаза, это ты существуешь, то здесь ты понимаешь, что голос. Каб слухачы хваль культуры пачулі 80 хвілін драматычнай паэмы «Чорная панна нясвіжа», радыётрупе неабходна працаваць як над паўнавартаснай пастаноўкай у тэатры. Толькі на запіс уходзіць каля 2 тыдняў. Потым прапрацоўка з кампазітарам і гукарэжысёрам музычнай атмасферы. Больш за ўсё часу зойме так званае звядзенне, выбар найлепшых дубляў і аб'яднання ўсіх аўдыёдарожак. Прэм'ера радыёспектакля «Чорная панна нясвіжа» ў эфіры канала «Культура» Тура у червені. Новая аудіопостановка присвячена режисеру театральной версии твора. У гэтым сезоне народному артисту Беларуси Валерию Раевскому сполнилось б 80 годов. Ольга Медведь, Денис Гатило, агентство «Теленовин».